1993 году во влиятельном американском журнале Foreign Affairs вышла статья, которая стала самым читаемым текстом за все время существования издания. Публикация называлась «Столкновение цивилизаций» со знаком вопроса в конце, что как бы ставило перед читателем вопрос. Спустя 3 года автор статьи, американский политолог, профессор Гарвардского университета Сэмюэл Хантингтон, выпустил одноименную книгу, но в ее заглавии никакого вопроса уже не было. Столкновение цивилизаций из гипотезы становилось фактом. Мировое развитие сегодня определяют не взаимоотношения между государствами или коалициями, а между цивилизациями. Таково главное положение концепции Хантингтона. Основным определяющим признаком цивилизации есть общность религии. Политолог утверждает, что географическое соседство цивилизаций нередко приводит к их противостоянию и даже конфликтам между ними. Столкновения цивилизаций являются наибольшей угрозой миру во всем мире. И международный порядок, основанный на цивилизациях, является самым надежным средством предупреждения мировой войны. Украину профессор Гарвардского университета относит к категории расколотых стран. В таких державах живут большие группы населения, относящие себя к различным цивилизациям. По мнению ученого, такие страны сталкиваются с проблемами в сохранении своей целостности. Украина – это расколотая страна с двумя различными культурами. Линия разлома между цивилизациями, отделяющая Запад от православия, проходят прямо по ее центру вот уже несколько столетий. Исторически западные украинцы говорили по-украински и были весьма националистичны в своих взглядах. Население Восточной Украины, с другой стороны, было в массе своей православным, и значительная его часть говорила по-русски. Причиной цивилизационного разлома, по мнению Хантингтона, кроется в Брестской унии, заключенной в 1596 году. В качестве примера, подтверждающего теорию, политолог приводит результаты выборов президента Украины в 1994 году. Напомним, Запад Украины тогда в большинстве поддержал Леонида Кравчука, а часть центра, Юг и Восток, подали голоса за Леонида Кучму. Выбрав Кучму, украинская общественность с очень небольшим перевесом подтвердила выбор Богдана Хмельницкого в 1654 году. Расколы часто происходят не из-за конфликта цивилизаций, а в результате искусственных обстоятельств, которые создаются заинтересованными силами. Почему распалась этнически близкая и цивилизационно единая Чехословакия? И там католики, и там западная цивилизация. А Ливан, который кромсают несколько религиозных конфессий, все равно, вопреки всему, сохраняет единство. Поэтому выходит так, что в концепции Хантингтона больше исключений, чем правил. Сторонники теории Хантингтона называют ее одним из эффективных трамплинов для Украины. Противники же воспринимают не иначе, как искусственно созданную политтехнологию Запада. Несмотря на эти разночтения, и те, и другие, пожалуй, сойдутся во мнении, что куда более актуальным в 2014 году в Украине становится вопрос: не какому месту мы принадлежим, а как мы хотим это место изменить. Акции гражданского неповиновения, действия политического характера, умышленное преступление закона с целью привлечения общественного мнения к проблеме и требования к законодательным органам внесения изменений в законодательство, представляет собой цивилизованную форму протестной акции. Автобусные рейсы свободы в Америке в 1950-е годы за борьбу с расовой дискриминацией, либо же гражданские волнения в Судане 1985 года с целью свергнуть режим президента. Истории изобилуют преданиями о людях, которые устраивали массовые акции неповиновения, а моральным, по их мнению, требованиям. Лепту в историческую череду акций неповиновения внесла и Украина в 2013 году. Сегодня я начинаю свою личную акцию гражданского неповиновения. Прошел уже 1 год и 7 месяцев с того момента, как вы захватили меня в заложники и силой и обманом удерживаете в плену. Также силой и обманом вы захватили и узурпировали власть в стране. Взяли курс на украинофобию и клептократию. Благодаря вам Украина почти потеряла шанс стать европейским государством. Эту личную акцию гражданского неповиновения, провозглашенную экс-премьер-министром Украины, продолжили акции массового характера на протяжении первой половины 2013 года. Сперва к своему лидеру присоединится женский батальон из партии «Батьковщина», организовав очередной митинг у стен больницы в Харькове, где находилась экс-премьер. С марта по май на Софийской площади в Киеве проходила всеукраинская акция «Оппозиция, вставай, Украина».
Финал этого митинга тогда запомнился скандальной дракой 20-летнего Вадима Тетушко из Белой Церкви с журналистами Ольгой Снецарчук и Владиславом Соделем. Многочисленные митинги в нескольких городах Украины организовывали противники власти от партии «Батьковщина», «Свобода» и «Удар». Политологи отметили общую абстрактность призыва противостоять преступной власти, что могло стать причиной угасания протестного движения. Очень жалко, что на этом мероприятии было очень мало молодежи. Пусть у тебя сегодня одни взгляды, у кого-то другие. Просто приди и отстой. Плюс этой акции только в том, что оппозиция увидит, сколько людей она может мобилизовать просто так, без всякой идеи, без ничего. Привести их только для того, чтобы они встали и показали, что они против этой власти. Ничего другого ожидать не стоит. Возможно, немного напугают власть. Те подготовятся 18 мая, привезут 30 или 40 автобусов силовиков. Кроме того, какие-то молодые регионы сделают неподалеку концерт. Протесты автомобилистов против повышения акцизов на нефтепродукты. Протесты против добычи полиметаллических руд жителей села Подраховом. Особый резонанс в череде украинских акций неповиновения вызвал произвол милиции по делу о групповом изнасиловании жительницы поселка Врадиевка Николаевской области тремя милиционерами. В итоге гражданские акции первой половины 2013 года в массовые народные восстания так и не перерастали. Зато лексикон украинцев пополнился неологизмами, например, такими как «Тетушка». Да и районный центр Николаевщины зазвучал в международном контексте. На первые позиции итогового топ-листа событий в Украине за 2013 год мог с легкостью попасть выход в этом году киноленты молодого украинского режиссера Любомира Левицкого «Тени незабытых предков», которая за 4 недели проката собрала рекордную сумму – почти в 21 миллион гривен. Либо же рекордный сбор урожая зерновых за всю историю страны. Однако самым громким событием за прошедший год стал саммит Восточного партнерства в Вильнюсе, который должен был принести Украине ассоциированное членство в ЕС. Мало кому в истории человечества удалось евроинтегрироваться настолько триумфально, как Украине, вернее, с такими триумфальными последствиями. Решение о приостановке процесса подготовки к подписанию соглашения об ассоциации и последующий срыв самого подписания вызвал массовую акцию протеста в Украине. Украинский народ, выражая свое несогласие с решением правительства, вышел на Майдан Незалежності в Киеве и на главной площади других городов страны. Вечерняя акция Харьковского Евромайдана состоится 3 декабря, как всегда, в 18 часов возле памятника Шевченко. Оргкомитет Евромайдана приглашает харьковчан послушать живую музыку. Памятник Тарасу Шевченко – традиционное место сбора харьковских сторонников Евромайдана. Ежедневно по вечерам здесь собираются идейные коллеги столичных митингующих. Харьковские акции проходят в большинстве своем мирно и не отличаются большой массовостью. Для поднятия духа здесь проводятся театральные перформансы. Поэты и музыканты радуют всех пришедших своим творчеством. Зато на Киевском Майдане, параллельно с понижающейся отметкой столбика термометра, активность митингующих только разогревалась. После событий в ночь с 29 на 30 ноября, когда сотрудники спецподразделения «Беркут» осуществили силовой разгон митингующих на Майдане в Киеве, протестные акции приняли общенациональный масштаб. Кроме того, к народной акции протеста присоединились представители оппозиционных политических сил. 1 декабря митингующие предприняли попытку штурма администрации президента в Киеве, который привел к большому количеству пострадавших и открытию десятка уголовных дел относительно активистов. Ни последующие попытки зачистки силовиками Майдана, ни надвигающиеся новогодние праздники не останавливают митингующих. Изменяется только акцент протестов с проевропейского на антиправительственный. В ответ на Евромайдан сторонники власти собрали свой митинг, получивший название «Антимайдан». Митинг простоял 20 дней в Мариинском парке города Киева и разошелся. Его организаторы тогда заявили, что добились всех поставленных целей. В феврале 2014 года Киевский международный институт социологии совместно с Российским Левада-центром проводили исследования, посвященные отношению жителей Украины и России к событиям, которые происходили в Украине в течение января-февраля 2014 года. Основной причиной, выводившей людей протестовать, большая часть жителей Украины, 43%, считала возмущение коррумпированным режимом Януковича. Треть опрошенных в качестве основной причины указывала влияние Запада, стремящегося втянуть Украину в орбиту своих политических интересов. На третьем месте основных причин расположилось 4, каждую из которых разделяла примерно четверть опрошенных.
Стремление сделать Украину такой же цивилизованной страной, как и другие страны Европы. Протест против жестких действий Беркута. Националистические настроения и чувство гражданского достоинства, неприемлющего произвол власти. Россияне выделили три основные причины, которые выводили людей на акции протеста в Киеве. Влияние Запада, националистические настроения и возмущение коррумпированным режимом Виктора Януковича. И украинцы, и россияне наименее важной причиной протеста в Украине считали стремление освободить Украину от экономического и политического диктата России, стать независимыми. В 2014 году в Украине произойдет столько одиозных событий, которых любому, даже самому неспокойному государству хватило бы на десятилетия. Будет совершен настоящий государственный переворот. Украина лишится одной своей территориальной части, на другой же вообще разразится военный конфликт. А внеочередные парламентские выборы в октябре приобретут характеристику самых грязных за всю историю независимой державы. Профессиональным военным, историкам, конфликтологам еще предстоит детально проанализировать обстоятельства этого трагического периода нашей страны. Однако уже сейчас следует делать правильные выводы, ведь цивилизационный выбор по-прежнему остается за Украиной. Правда, времени и пространства для маневров уже не так много.